название озера, которое звучит по-русски так неблагозвучно, означает всего-навсего каменная пума. То есть на языке одного из индейских племен, которые живут в районе побережья этого озера, тити – это означает пума, а кака – это скала или камень. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот каменная пума, подержите в руках немножко настоящую каменную пуму. Ну, что такое пума? Пума – это, значит, представитель семейства кошачьих, являющийся вторым по величине в Америке после ягуара. Вот, очень такое, в общем, гибкое, красивое, почти однотонно окрашенное животное, есть небольшие пятнышки. Но это в то же время довольно-таки такой страшный хищничек. Пума расположена, озеро Титикака расположено на выровненном высокогорном плато Альтиплану, по-испански это Альтиплан, которое носит название Кольяо. Это высота 3800 метров над уровнем моря. Это палящее солнце, это, в общем, довольно суровые условия. И понятно, что растительность там очень редкая, очень скудная. Но это где-то аналог наших сухих степей. Вот, значит, Альтиплано Кольяо – это бесточная область. Ну, что такое бесточная область? Значит, вот имеется одно озеро Титикака, да, которое впадает очень много рек. Вот. Ну вот само озеро различные такие виды. Значит, вот это видите, вытекает из озера одна река, а вот на предыдущем слайде там впадает много рек. И есть точка зрения о том, что раньше, во времена Всемирного потопа, вся, значит, территория Южной Америки была залита водой. И вот на территории современного Альтиплана вот этого было Андийское море, которое соединялось с океанами двумя проливами. Вот там на севере в районе Ла-Паса и на юге в районе Ашхабада. Вот. То есть вся вот эта вот голубая территория была, значит, залита водой. Это было море. Затем произошел подъем, значительный подъем территории. Судя по всему, он не был очень резким и одномоментным, он шел постепенно. И в результате сформировалась вот такой, вот такая вот котловина с очень сильно засоленными почвами и с выходящими на поверхность солончаками. Соленые озера Паопа и Кайпаса, озеро Титикака слабо солоноватое, ну, то есть вода, в принципе, пригодная для питья, но чуть-чуть солоноватая. И сформировались вот такие вот солончаки в Юме, где идет действительно добыча соли. И посмотрите, пейзажи совершенно вот что-то неземное, правда ведь? Значит, единственная река, которая вытекает из озера Титикака, это река Десагуадеро. По этой реке проходит граница по мосту между Перу и Боливией. Вот покрашена это боливийская сторона, а дальше перуанская. Значит, когда я там была, это 2009 год, граница между Перу и Боливией была совершенно свободная, то есть люди совершенно спокойно переходили оттуда сюда, торговали. Причем в Боливии все намного дешевле, потому что и Перу, и Боливия обладают значительными запасами природного газа, но природный газ в Боливии почти в 3 раза дешевле, чем в Перу. Это вот данные 2009 года. Вот, и, соответственно, намного дешевле все товары. Но Боливия не ставила никакой границы, Перу тоже не ставила никакой границы, и люди переходили совершенно свободно. Для тех, кто, значит, вот как я приехал, да, имея, скажем, российское гражданство, и нам нужна виза для того, чтобы попасть в Боливию, Перу для российских граждан безвизовая страна. В Боливии нужна была виза.
Значит, визу дают, давали прямо на границе. Нужно было заплатить столько же, сколько платят за боливийскую визу в Москве. Все это делалось в течение 15 минут. Но нужно было ответить на вот такой вот здоровый список вопросов, куда входили вопросы, но и обычные, и вопросы типа того, а не везете ли вы с собой оружие, а не, нет ли у вас планов по свержению правительства Боливии. Вот такой вот цирк. Вот. А вообще этот мост, он очень интересный, то есть на мосту осуществляется торговля, переезжают оттуда сюда на каких-то маленьких таких, в общем, полумотоциклах, полувелосипедах, что-то вот такое. Вот. А вот это вот, значит, само озеро, просто вот красота этого озера. Вот. Ну, немножко представление об озере мы получили. Вот. Озеро уникальное. Это самое, значит, крупное, высоководное судоходное озеро в мире. И находится это озеро на сухостепной, такой выжженной равнине. Да? Понятно, что с этим озером должно быть связано много легенд у местного населения. Вот по одной из легенд, первые, значит, инки, мамка Капак и мама Оклью вышли из вот этого озера. По другой легенде, однажды случилась сильная засуха, совсем не стало воды, и когда люди и скот начали уже погибать от жажды, жрецы окрестных племен обратились к своим главным божествам Солнцу и Луне и начали просить их, чтобы они наполнили озеро водой, и люди и скот могли жить. И тогда боги, значит, жена бога Солнца, Луна, сказала, пусть ваши жены плачут, пусть ваши женщины плачут 7 дней и 7 ночей, и их слезами заполнится озеро. И кто знает, может, именно поэтому вода в Титикаке слабо солоновата. Но не только, значит, не только. Это репродукция моей работы, батик. Значит, не только много легенд связано с озером Титикака. С ним связано и существование одной из цивилизаций. Это цивилизация Тиауануко, о которой известно, к сожалению, очень мало. Очень мало. Это цивилизация, которая существовала до инков. Но дальше немного мы о ней поговорим. Значит, вот сколько по времени существовала империя инков? Кто знает по времени? Сколько? Век, 2, 3, 10? Ну, хотя бы примерно. Долго? Нет, она существовала всего-навсего 3 века. Всего-навсего. И вот представьте себе, вот за 3 века, это значит с 13 по 16 век, они строили вот такие вот потрясающие сооружения. В камнях выдалбливали отверстия, значит, в которые входили выступы других камней. То есть это твердый камень. Камни положены так, без всякого цемента, что они выдержали ни одно землетрясение. Поверхность камня, вот там, где сохранились внутренние помещения, отшлифована до блеска, до зеркала. То есть там, где уже шли эрозионные процессы, где-то на улице. Вот. Инки построили шикарные дороги, по, значит, мосты перекинуты, все эти дороги вымощены плитами, причем камни часто привозили. Можно ли было сделать все это за 3 века? Но современные, значит, вот особенно перуанские, боливийские исследователи, они пытаются всячески доказать, что да, что можно, но в это очень трудно поверить. И вот, значит, один из первых историков инков, Гарсиласу де ла Вега, который был сыном
индийской принцессы и испанского завоевателя, его потом увезли в Испанию, он писал о том, что, что то, что вот мы сейчас считаем Мачу-Пикчу, другие строения инков, да, что это все инки унаследовали. И действительно, вот когда бываешь, когда вот это вот видишь, есть два слоя кладки. Одна из вот таких вот великолепно обработанных камней с очень хорошо обработанной поверхностью, а дальше уже идет, ну, более такая, более простая кладка. Вот эта более простая кладка, она без сомнения принадлежит империи инков. А вот эти все вещи, вот создается впечатление, что инки это унаследовали кого-то. До инков были тоже другие культуры, на побережье были, но ни одна не достигала такого уровня развития, как Тиаманако. Вот. Ну, а что означает название, вот это вот название Тиаманако? Значит, в переводе с языка кечуа, который был официальным языком в империи инков, на котором сейчас говорит более 60% населения Перу, и он является государственным языком в этой стране наряду с испанским. Кстати, это вот единственная или единственная страна в мире, где индейский язык не только сохранился, но и стал вторым государственным. Вот. Так вот, на языке кечуа Тиаманако означает мертвый город. То есть во времена инков это были уже почти руины, или цивилизация шла к своему закату. Но это одна из точек зрения. Священник Падре Кобу, который изучал язык аймару, анализировал, значит, вот язык кичу – это в Перу. А в Боливии основной индейский язык – это язык аймару. Вот насколько они близки, я не могу сказать. Но, видимо, что-то общее, видимо, есть, но я даже не знаю, одна эта группа, не одна, в общем, здесь ничего не могу сказать. Вот. Значит, вот Падре Кобу считал, что Тиауанако происходит от слов Тиауанако, то есть там, где сел Гуанако. Но может быть и так. Дальше. Есть исследователи указывали на то, что местные жители знали вот это вот место, знали место, где сейчас находятся руины, под названием Тайпикало, что означает место, где находится центральный камень, то есть пуп земли. А вот интересно, что столица империи инков, которая была затем, Куско или Коско, это тоже переводится как пуп земли. Кто знает, может, здесь тоже какое-то заимствование есть. Вот, боливийские исследователи Кандио считает, что Тиаманако происходит от боливийского слова тиуано, что означает стоящий вертикально камень. И, наконец, последняя точка зрения, это, значит, принадлежит боливийскому исследователю, который работал в XIX веке, он считает, что Тиаманако происходит от выражения Интиуа Ванхаки, что означает город детей солнца. То есть, опять же, прослеживается четкая такая вот связь с этим. Инки же считали себя детьми солнца. Вот. Значит, сама империя инков, благодаря испанским конкистадорам, унесла с собой множество тайн. Тайна вот этой вот каменной кладки, тайна строительства дорог. Известно, что инки делали успешно сложнейшие медицинские операции по трепанации черепа. Вот, кстати, относительно вот этой вот кладки камней тоже существует легенда, что когда инки или те, кто был до инков, строили свои сооружения, то прилетела птичка, которая несла в клювике какое-то растение, из которого капал сок. И когда этот сок попадал на камень,
то камень засмягчался, а потом опять затвердевал. В принципе, вот такие вещи могут быть. Этим пользуются, кстати, этим пользуются некоторые птицы, которые вот делают гнезда в камне. Да? Вот. Но что это? Насколько это правда, насколько это легенда, здесь трудно сказать. Но, видимо, тоже какая-то что-то здесь есть. Может быть, были какие-то составы, которые позволяли вот так вот легко обрабатывать камни. Ну, это тоже одна из загадок. Вот. Значит, и вот руины Тиауанако, то, что осталось. Вот. Но, к сожалению, вот, мне не удалось так полазить по этим руинам, потому что большей частью они расположены все-таки в боливийской части озера. Но что-то я видела, и вот это что-то меня поразило. И потом я читала довольно много об этом. Вот. Самое интересное из вот этих подразваний – это ворота солнца. Ворота солнца, которые украшены очень вот такими вот интересными ольнами. Ну, значит, есть такая вот книжечка, ее автор, значит, английский ученый. Она была издана впервые в Англии в 1947 году, значит, и называлась «Построено или возведено до потопа». У нас она была переведена, ну это понятно почему, только в 2006 году, и вышла под названием «Загадка Тиауанако». Так вот, Белами высказывает точку зрения о том, что, значит, вот эта цивилизация, Тиауанако, вот в этом месте, когда, значит, был всемирный потоп, да, те, кто доплыл до вершин Анд, те, кто там сумел доплыть, они пережили этот потоп. То есть это, в общем, ну, вот, то, что как-то там связывают с атлантами, или даже то, что было до атлантов, да? Вот. И эти люди обладали какими-то другими знаниями, которые были потеряны. У них была другая, значит, другая там длительность года, но он это все, значит, он бывает такой, он опирается на такую теорию, высказанную в начале, значит, в начале 20 века, о том, что у Земли, ну, спутник Земли Луна, вы знаете, да, что до Луны у Земли был какой-то другой спутник, который потом распался. Я не знаю, насколько это верно биологически, с астрономической точки зрения, не знаю. Но то, что всемирный поток был, то, что Земля заливалась неоднократно водой, это уже доказанный факт. Вот. И он считает, что вот именно, значит, в Тиауанако сохранилась вот эта вот цивилизация. И следуя, да, причем вот что интересно, что Белами, который очень упорно так занимался этой цивилизацией, он сам никогда не был ни в Боливии, ни в Перу, но он изучал только материалы, фотографии других. Это, в принципе, не единичный случай. Вы слышали о таком ученом Юрий Кнорозов, да? Который дешифрировал письменность майя. Так вот, он, когда начинал свои исследования, он тоже не имел доступа к источникам, а использовал только фотографии. Вот. Мы вернемся к Белами. Значит, он выделил много символов, около 1000 символов, разглядывая вот эти вот, значит, изображения на воротах и так далее. Значит, больше 1000 символов он выделил. И он разделил эти символы на цифровые и нецифровые. И вот выделил вот такие вот календарные записи. Но дешифрировать он их не смог. То есть вот в этой книге нет. И тогда, и вот возникает вопрос, хорошо, вот почему занимаются этими вещами, значит, археологи, историки из Европы не занимаются ни с ним. Нет денег. С
стран богатейшие, а народ живет очень бедно. Вот. Но не только, значит, цивилизация Тиоанако, вот так является такой тайной, называется, как, но и гораздо больше, более близкая к нам, цивилизация индейцев Уру, Урус или Уру. Уру на кичу означает рыбак. Последние представители племени Урус умерли где-то в конце 60-х годов прошлого века. И вот эта вот открытка начала 60-х годов может быть одно из последних изображений именно людей этого племени. Значит, чем интересна вот эта вот цивилизация Урус? Тем, что вся цивилизация построена на полном, максимально полном использовании одного единственного растения. Вот посмотрите, вот лодочка Урус, вот это вот высушенное вот это вот растение. Посмотрите, это маленькая такая вот штучка. Значит, что это за растение? Это, вот вы все знаете, рагоз типа латифолии. Вот наш рагоз, да, на фотографии. А это южноамериканский аналог этого рагоза, типа ангустифолия. Он гораздо значительно более мощный. И вот именно из стеблей этого растения и делаются там и лодочки, и все. И вот интересно, как... Вот посмотрите, вот собирают вот так вот верх этого растения, высушивают, а затем из этих вязанок уже делается все остальное. Вот. Как создаются плавучие острова? Вот это, значит, экскурсовод рассказывает. Ну, значит, индейцев Урус не осталось, да? Но их культуру переняли индейцы Аймара, живущие недалеко от озера. И именно индейцы Аймара сейчас организуют экскурсию, поддерживают эти острова. И благодаря туризму, благодаря вот, значит, вот этому сейчас район весь переживает экономику. Ну, в общем, люди стали жить лучше. Какой-то экономический подъем. Вот. Значит, как делается? Ну вот этот тростник типа ангустифолия, он имеет поверхностную систему корней. Да? Он не уходит вглубь, а в естественном состоянии он образует как бы такие плотные сплавины, которые плавают по воде. Да? Плавают по воде где-то там к берегам, но плотные сплавины, которые выдерживают вес человека без всяких проблем. Вот что делают, значит, индейцы. Они скашивают верхнюю часть растения и нарезают вот из этой сплавины такие квадраты, прямоугольники, треугольники. Затем связывают их веревками. Веревки, но здесь веревки нормальные, а вообще веревки изначально делали из листьев того же растения. И это не колышки, а это высохшее основание растения. Да? И вот они связывают несколько таких блоков, да, в единое целое и пускают на воду. Растение продолжает расти, продолжает развиваться. Корни скрепляют вот эти вот блоки, да, а потом сверху кладут тот рагоз, который срезали. Подстилку вот эту вот верхнюю, ее периодически меняют. Да? А со временем вот эта вот нижняя часть становится все плотнее и плотнее. И вот такие вот острова плавают совершенно спокойно по озеру. Хорошо, спросите вы, а как же вот если сильный ветер, там что? Дело в том, что вот мы когда вначале смотрели, да, где расположена Титикака, она со всех сторон практически окружена высокими горами. И сильных ветров там не бывает, да? Значит, сильных штормов нет. Ну хорошо, мы создали землю, на которой жить, но теперь надо построить дом, правильно? Вот, значит, мы делаем опять вот связки вот этого всего, связки опять того же рагоза, да?
то, что скосили. Вот они вот так вот связывают и сушат. И дальше строится дом. Посмотрите. Дом может быть просто связан вот так вот, как шалашик, да? А может иметь каркас, который тоже сплетен из того же рогоза. То есть, представляете, вот одно растение, да, и земля, и дом, и не только. Вот. Ну вот, так вот выглядят эти дома. Такие, вот такие дома. Вот, и в этих домах, в общем-то, жили. Восемь веков жила вот так вот цивилизация Урус. Представляете? Вот. А это вот интерьер. В доме надо на чем-то спать, да? Значит, опять же, плетутся циновки из этого же самого рогоза, складываются, но здесь она покрыта вот традиционной, значит, тканью. Ну, хорошо, дом есть. Вот основная пища. Рыба, моллюски. Теперь вот этот вот самый рогоз, причем птиц они не убивают, птиц, которые живут на озере. Рыбу ловят. Используют яйца этих птиц, а сами птиц они не убивают. И вот этот же самый рогоз, ну вот кто-нибудь наш рогоз пробовал когда-нибудь стебелек пожевать? Вот, а можно его, этот стебелек, вот на котором вот этот вот чугунок растет, да? Его можно, в принципе, пожевать, он имеет вкус такой, ну, нейтральный вкус, но чуть-чуть утоляет жажду. И вот такой же вкус имеет и вот этот вот рогоз ускалистый. И это единственный их фрукт и овощ. Единственный. Вот так вот они жили. Вот. Дальше. Хорошо. А там холодно? Холодно, да. А значит, ну, дома средний, такие совсем средний, слабенькие, а средние, да? А температ... Там бывают холодные ночи. Бывают холодные ночи. Средняя температура в озере, там, значит, средняя температура воды в озере 9-11 градусов. Днем может быть жарко, и здорово жарко. Но это, в общем, вот как наш континентальный климат. Заходишь в 7, прохладно, солнышко село. Вот я там была зимой, причем зима для них была мягкая. Ну, значит, где-то было около нуля. Чуть выше нуля. Вот, а бывают там морозы и градусов 10 бывает. Вот. Но дело в том, что, во-первых, это очень закаленные люди. Очень закаленные люди. То есть вот ходят практически, вот мы на себе, даже вот мы на себе натягиваем, да, они ходят с босыми ногами, в каких-нибудь там шлепанцах. Вот. У многих, правда, вот ноги черные. Не то, что вот негры, да, просто помороженные ноги. Ну вот, вот так вот они живут. Причем дома не утепляют, в домах щели. Каждую зиму, когда там бывают сильные морозы, вот, в районе Альтиплана, люди гибнут от морозов, но дома они не утепляют. Они вяжут на продажу шикарные кофты, свитера, пончик, очень теплые, а сами ходят в синтетике, потому что это дешевле, потому что это доступно. Вот, то есть, ну, мир немножко, мир, в который нам немножко трудно въехать. Это совершенно другой мир. Вот. Ну хорошо, значит, вот рыба, моллюски. Вот. Но, как говорится, одной рыбой сыт не будешь, да? Вот, на одном салатике тоже долго не протянешь. Нужна какая-то одежда, нужна посуда для того, чтобы готовить еду есть. Значит, нужен транспорт. Вот такие вот лодки они связывают из того же рогоза. Дальше. Вот. Связывают и такие корабли шикарные. Две лодки, видите, вот. Теперь, а как готовить еду? Вот представьте. Ну, топливо хорошо. Топливо тот же самый высушенный рогоз. Но если кругом рогозовая подстилка, да, кругом все из-за рогоза, это же все может загореться, если так развезешь огонь. И вот делаются такие хитроумные печи, да, на подставке, то есть там подставка идет, вот здесь не очень видно, но идет подставка, слой земли, вот этой вот, опять же, и дальше слой идет керамики, слой глины.
а потом уже вот эта подставка, потом разводится, значит, вот там огонь, и наверх ставятся котелки. И топятся тем же самым рабочим. Вот, то есть, понимаете, вот использование, я не знаю, есть ли в какой-то другой цивилизации такое вот всестороннее использование одного растения. Не знаю. Ну, значит, вот разводит огонь. Вот. Значит, ну вот это, как говорится, почему вот урос вымерли в 60-х годах, почему районы очень бедные были. Вот так вот жили в 60-е годы 20 века. Это вот открытка. Это индийская семья искусства. Ну вот, как говорится, комментарии здесь.